Москва призывает нашу республику учитывать условия севера, не приукрашивать ситуацию и активнее работать с населением. Эти подходы будут способствовать более эффективной реализации национальных проектов, инициированных президентом. Напомним, так называемая группа контроля президиума Генсовета партии «Единая Россия» прибыла в Коми накануне. В программе их инспекции значились Сыктывкарская поликлиника номер 3, где в 2018-м реализован проект «Новая модель организации, оказывающей первичную медицинскую помощь». Оценен ход работ по реконструкции радиологического отделения онкодиспансера со сроком завершения в 2021 году. Депутаты-гости побывали также в Центре развития предпринимательства «Шонди». Это организация централизованного предоставления услуг для граждан, готовых открыть свое дело. По направлению экология объектом внимания стал склад древесных отходов, где накопление происходило с 70-х. Фактическую свалку предполагается ликвидировать за счет федеральных средств. В целом представители Госдумы и Совета Федерации положительно оценили начало реализации нацпроекта в Коми, при этом указали на моменты, которые требуют пристального внимания руководства региона. В частности, это затянувшееся строительство школы в Сыктывкарском микрорайоне «Орбита», темпы информатизации в больницах, а также снятие барьеров в бизнес-сфере. В ближайшие 6 лет региону придется нарастить количество предпринимателей с нынешних 29 тысяч до установленного показателя в 40. Да не обидятся на меня коллеги из региона, из республики. Конечно, вопросы экономики и старта проектов по городской среде заслуживают большего внимания, потому что на это обращают внимание и представители предпринимательского сообщества, и, значит, люди. А в части проектов по образованию, культуре, здравоохранению, в этом смысле коллеги мои, которые посещали объекты и в целом выслушали, как подход региона к реализации проектов, наверное, можно взять как очень хороший старт, и я думаю, что так оно и получится. Со своей стороны, правительство республики, как заявила Наталья Михальченкова, проведет работу над ошибками и внесет определенные коррективы в реализацию нацпроектов. Как вице-премьер и одновременно руководитель регионального отделения «Единой России», она отметила, что для Коми был очень важен взгляд со стороны. Мы очень рассчитываем на то, что начатые сегодня в рамках национальных проектов мероприятия за счет средств республиканского бюджета получат поддержку на федеральном уровне и будут профинансированы в следующий бюджетный период. Поэтому для региона очень важно, что оценили все, что происходит в республике, такое представительное сообщество, группа контроля в лице депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, непосредственно участвующими в принятии политических и государственных решений по финансированию региона. Как отметили представители Нижней и Верхней палат российского парламента, на старте нацпроектов очень важно, чтобы жители видели реальные изменения, не только сухие отчеты. Ведь сейчас происходит очень важный процесс. Планы превращаются в непосредственные задачи, где очень важна командная работа.